Здравствуйте, меня зовут Сукалов Юрий Борисович. Я являюсь директором Саратовского общества с ограниченной ответственностью «Резерв». Обращаюсь к генеральному прокурору России Игорю Краснову и председателю Следственного комитета страны Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на бездействие органов саратовской полиции и прокуратуры. 1 марта этого года наша компания «Резерв» в ходе электронных торгов выиграла контракт на поставку 40 тонн сахара-песка для акционерного общества «Тендер». Товар нужно было отвезти в распределительный центр, который находится в Оренбурге. 3 марта мы загрузили первые 20 тонн в автомобиль «Скания», выдали водителю все документы. Вторая партия товара отправилась в Оренбург 7 марта на автомобиль «Рено». Другой водитель также получил все необходимые бумаги и 20 тонн груза. 9 числа мы связались с распределительным центром и узнали, что машины в Оренбург не пришли, а тендер готовится выставить нам штрафные санкции за непоставку товара. Мы забили тревогу. Позвонили водителям, оба сообщили, что в дороге с ними связался незнакомый мужчина, который представился владельцем груза. Он потребовал выгрузить сахар в Самарской области. В итоге машины проследовали в поселок Большая Черниговка. Разгрузка автомобилей произошла на автостоянке на улице Дорожная. 9 марта я обратился с заявлением в 7-й отдел полиции Ленинского района города Саратова. По данным фактам были написаны отдельные заявления. Их приняли и зарегистрировали в дежурной части. Мне вручили талон уведомления. Дежурный следователь опросил меня, начальника склада, где отгружался сахар, и других должностных лиц нашей компании. В дальнейшем я неоднократно приходил в дежурную часть и интересовался, что с моим заявлением и какие ведутся разыскные мероприятия. Мне ответили, что материал передан в уголовный розыск, при этом фамилию исполнителя назвать отказались. 17 марта я узнал, что материал находится на проверке у старшего оперуполномоченного 7-го отдела полиции майора Прокофьева. Из разговора с ним я узнал, что сроки по проверке материала продлены на 30 дней, но никаких разыскных мероприятий не ведется. В этот же день я направил жалобу в прокуратуру Ленинского района Саратова и прокуратуру Саратовской области. Ответа до сих пор не последовало. Смирнов Денис Сергеевич сказал, что это не важно и, может быть, через месяц-полтора Хрусталев рассмотрит ваше обращение. Уважаемый Игорь Викторович и Александр Иванович, ущерб от мошеннических действий, которые понесла наша компания, очень ощутим. Пропали 40 тонн сахара. Сотрудники, которые за моей спиной, останутся на 2 месяца без зарплаты. Обидно, что наши правоохранительные органы так до сих пор не возбудили уголовных дел ни о краже, ни о мошенничестве. Халатно относятся к своим прямым обязанностям. Нещадно бороться с преступностью. А надзорные органы с безразличием наблюдают за всем этим безобразием. Очень надеюсь, что ваше внимание к нашей истории приведет чувство саратовских полицейских и прокуроров.